С наступлением осени, холодов и хмурой погоды хорошее настроение пропадает. Улучшить душевное состояние помогают комплименты. А собрать положительные отклики окружающих, да и увереннее себя чувствовать можно благодаря ярким и стильным нарядам. В моде так называемая тихая роскошь. Элегантные, минималистичные и сдержанные образы. Стилисты советуют выбирать вещи из качественных тканей и лаконичных фасонов. Осенью будут актуальны анималистичные принты, а они у нас с вами здесь присутствуют. Также это будет деним, но только деним не суперсветлый, да, например, как вот здесь у нас есть такой темноватый. Также это брючные костюмы, это из материалов это эко-кожа, потому что она никуда не уходит, только будут вариации какие-то меняться, вот. На самом деле это яркость, практичность и удобство. Вот эти вот три ключевых элемента, которые будут присутствовать. На пике популярности мини-юбки, заниженная посадка, полупрозрачные ткани, цветные колготки. В общем, все то, что носили в далеких нулевых. Самым актуальным цветом сезона станет красный, а полный образ из его оттенков сделает любую женщину не только модной, но и очень привлекательной. Комплект одежды, подобранный в одном цвете или материале, не останется незамеченным этой осенью. Ульяновские дизайнеры уже готовятся одевать модниц согласно последним тенденциям. На осень у нас, естественно, джинса. Сейчас это тренд, вообще джинсовая одежда, моно, полностью одетый человек, это очень трендово, и вот как раз в бутике вы можете уже наблюдать, это жилеты, можно в качестве верхней одежды использовать. Дополнить образ можно модными аксессуарами, среди них высокие перчатки, необычные очки, крупные серьги, чокеры, галстуки, сумки 50-х годов. На ноги стилисты советуют надевать ботфорты или туфли с острым носом. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.